И вот говорю, когда мне в 18-м Окси написал, что типа «Буду, у тебя куплет года», для меня вот Димас-то стал, это прям как будто тебе Эминем написал, знаешь, типа я такой «Еб, дэм, бро, что-то я делаю хоть правильно». Приезжал Скриптонит, Адиль, вообще охуенно посидели и прям максимально, вот кто-кто прям максимально своячок, знаешь, когда ты прям чувствуешь, это наше, и это вот душа прям.